Россия первая бросила вызов всему цивилизованному миру. И весь Запад консолидировался, ввел рекордные санкции, послал свои запасы оружия. Россия должна была рухнуть. As a result of these unprecedented sanctions, the ruble almost is immediately reduced to rubble. The Russian economy, that's true, by the way, takes about 200 rubles equal $1. И ничего подобного не произошло. С 2013 года много раз я слышала от украинских политиков, в частности тех, кто позиционировал себя как пророссийские, стоит, мол, только США пальцем пошевелить, и России конец. We've already taken or predicted to shrink Russia's gross domestic product by double digits this year alone. Just in one year, our sanctions are likely to wipe out the last 15 years of Russia's economic gains.